особо не играю ачивки свои собственные, но в Super Mario Bros. Crossover, когда ты проходишь какое-то конкретное... Бегом. Здорово, чуки, с вами снова Карл Джексон, и мы с вами опять играем в хаки на Mario. На этот раз первый хак на сегодня — Mario Evolution 2. Так, если я не ошибаюсь, эта фигня будет выходить постоянно, да? Нет, точка. Вот сюда желтые плотоядные растения, ощущение, что они будут постоянно вылезать. Да, ладно, поспойлю, все, чуваки, думаю, нет смысла, как бы, молчать. Супер Марио Брос кроссовер вернулся, как бы, кому он нахер не нужен, но, как бы, я, наоборот, обрадовался, что я Adobe Flash Player скачал отдельно, и, как бы, некоторые файлы могу туда, то есть, любые игры, мне кажется, даже если те порно-игры, в которых я не смог, ну, наверное, таких нету, как бы. Может, я даже не буду этого делать, но... Не на запись, естественно, чисто для себя, да? И все, как бы, а так... Ну... А я не сохранился, да? А я сохранился, естественно! Нахер надо! И все, блядь, заново, да вы издеваетесь. Может, это пропуск? Нет. Может, тут пропуск? Нет. Ну, может, тут? Нет. Может, тут? Нет. А тут? Нет. Может, тут? Нет. Кстати, играем за Луиджи только сейчас. Как бы я до этого обратил внимание, перед тем, как начать запись, но... Не сказал, не уточнил. Тихо. Ну, походу, никакая труба. Ага. Опять чуть на это место не наступил. Те же грабли. Super Mario Bros. Crossover. Вот это та самая часть, где куча персонажей. Там и Марио, Луиджи, там Мегамены, всякие Контра. Бластер Мастер, Кастельвания. Метроид, Легенда о Зельде, блин, тут... Я бы не сказал, что прям еще много чего, ну там как бы из разных вселенных, разные версии других этих. Там еще персонаж, который, как бы вам сказать, не знаю, как правильно сказать, короче, 10 персонажей разных, да? Но у каждого персонажа есть свой подраздел. И вот в этом подразделе разные версии персонажей из разных вселенных. Как бы действуют они одинаково, абсолютно одинаково. Ну почти, ну есть некоторые исключения у некоторых персонажей, но в целом они действуют одинаково. Вот это сейчас было близко к провалу, но допустим. Вот, собственно.
как бы, с одной стороны, уже как бы отчаялся, уже насрали же, как бы, все. Но я долго и упорно, если долго мучиться, то что-нибудь получится, как говорится, я все-таки нашел тот самый. Сюда? Нашел ту самую версию, которую мне надо. Я как бы хотел, может быть, изначально потренироваться там, типа, ну не то, чтобы потренироваться, а просто показать, с чего все начиналось, типа, первую версию, а потом, да нахер это надо? Да вообще все говно. Так что, лучше сразу третью версию, это, Super Mario Bros. Crossover, и все. Как бы. Насчет Доки-Доки, я не знаю, чуваки. Если кто-то на этот ролик вообще, в принципе, наткнется, если кому-то интересно, как гопник, играть в какие-то там хаки Майо, ну, не знаю. Итак, пробегаю по Бирму, и все, как бы, сказать, в принципе, нечего мне об этом. Опять этот троллинг. Типа, проходить я буду, да, с вебкой также. Ну, гопник, не гопник, это я уже точно не скажу, но с вебкой точно буду. Вот кто именно будет проходить хаки на Майо, о, не хаки, Супер Майо Брос Кроссовер, кто точно будет проходить, это я пока, ну, скорее всего, я, то есть не я, а тут не гопник, а исходный Карл. Какая-то прическа рыжая. You're too late, baby. Go save Peach. Вот, как бы, я там не досказал насчет этого, да. Что я там не досказал насчет? Mario Bros. Crossover, типа. Разные версии, там. Очень много можно говорить насчет этого кроссовер, но. Вот смотрите, как бы, в концепции Mario Bros. Crossover персонажи, которые взяты, то там, как бы, захочется все равно посмотреть на оригинальные игры, откуда взяты эти персонажи. Возможно, так и сделаю когда-нибудь. Ну, как когда-нибудь. Как бы, Mario, Luigi мы все знаем. Вторая, третья часть, ну, USA. Как бы, буду проходить ее. Третья часть тоже. А уж что касается всяких там разных там мегаменов. Мегамен я уже проходил, как бы, на Денди. Не знаю, ну, посмотрим. Легенда, вот легенда о Зельде я ни разу не мечтал проходить. Я просто так, просто побегал, попрыгал и понял, что это какая-то типичная РПГшка, которую, блин... Что вы знаете? Кастельвания, да, все три части я планирую, как бы, да, пройти, как бы. Именно на Денди. Там на всякие Супер Нинтендо, всякие вот эти вот версии, я не знаю, как бы. Посмотрим. Вообще, посмотрим, надо вообще дойти до всего этого. Контра, кстати, вот насчет контра, вторую часть же я проходил на запись вроде как, я уже не помню, что-то просто что я проходил, что не проходил. Но же это было. Опять троллят, задолбали, сука, ставить блок с монеткой, когда я это... Перед ямой блок с монетой. Точнее, или над ямой, как правильно сказать. Ну-ка, что вы поняли. Разработчик этого хака, вот, тролль. 5. Ага.
Too late, baby. Ладно, возьмем так. Тихо, далеко не уходим. Ай-яй-яй-яй! Близко. Чё, они черепахи, что ли? Ёб... И... Туча с ёбжиками, да? О, это бесконечный уровень! А, нет. Летающая черепаха. Видели? Там она пряталась. Блю-блю-блю-блю. Так вот пряталась под облачко. Черепаха с этим ёбжиком. Аккуратненько, оп. Чё? А? А? Пока что я не умираю, но ещё не вечер. Просто не я, а Луиджи, как бы, это... Понятно? Да блин! Стой на месте! Понятно. Да-да...
попробуйте сделать вид, что я по-честному играю. Почти. А, ну типа что, я упал и все. Скорее всего, опять сюда. Ага. Куда? Ага. Если чуть не почему я-то? Почему не я? Не я, а персонаж чуть не сдох. Чё я-то? Короче, плохо, убегаем от них. Да, тут сыря последняя, ну. На самом деле, чем быстрее я прохожу игру, тем больше экономлю. Там пятый уровень, да? Да, но мне... На самом деле, уже надоели все эти хаки на Майю, но... Как бы есть только избранные. Но они будут в самом конце, самые избранные хаки. Самые такие, более-менее. Ну, не более-менее, ну вы поняли. Это было близко, я чуть не сдох, реально. Почему я? Не я, не я. Лыжи чуть не сдох. Тихо. Давай! Бегом! А где? Куда? Ай-яй! Ловушка! Ловушка для фраеров. Для жадных фраеров. Да бляха! Слушай, а ловко ты это придумал, ты же вначале не понял. Молодец, сука. Да хорош, блядь! Всё, тихо. Вот это уже читерством попахивает. Правда, она мне не заденет. Ай! А чё? Да, выёбывался. Сука, я тебя убью нахуй. Ну, скорее всего, лабиринта нету, но если есть, он может в самом сука неподходящем месте быть. Тут как бы сразу видно, что тут все переделано. Так. Ну это что за троник? Я должен постоянно летать, что ли? Дабл килл. Плохо. Бежим, пока у нас бессмертие есть. Thank you.
У меня эта привычка выбивать каждый кирпич сохранится даже на Super Mario Bros. Кроссовер. То есть там, что там у каждого персонажа своя прокачка, там причем есть как просто. Знаете, ну стандартный такой вот, как бы, цветок, грибок и цветок. Цветок это какое-то конкретное оружие, там первое, второе, это, типа, и да, цветок это типа, грибок это типа лишний удар, а цветок это второе оружие. Вот, например, а есть модерн, то есть ты прям полностью можешь все предусмотренные игрой оружие подбирать. Вот. Мы об этом еще поговорим, так что если вы попали на этот ролик, вы понимаете, что означает Super Mario Bros. Кроссовер, или не совсем понимаете, но в принципе вам что-то заинтересовало вас, то ждите, я вернусь к этой игре и обязательно все подробно расскажу. Потому что мы как бы, я уже проходил от лица гопника, от своего собственного, ну, не от своего собственного, мы поняли, в своем этом, облике. Как бы, понимаешь, ты ломаешь четвертую стену, потому что какой гопник, какой из меня гопник? Ну? Это просто персонаж, просто вот, как бы. Как бы, на самом деле, это просто такой прикол. Вот, но. В чем особенность этого персонажа? Этот персонаж... Как бы, блин. Смотрите, в чем прикол? Ёкарный ты, папа, ну уйди! Да блин. Вот только вот не это. И я сохранился заранее. То есть, если я сейчас выясню, что я попал в жопу, я попал в жопу. А он может убить меня? Ну-ка, я... Ну, убивай там! Вот, убил. А, так вот я... Так вот. И... О чем я говорил, я забыл из-за этого, из-за того, что я попал в ловушку. Модерн. Типа там. Я уже забыл, о чем я говорил. Отлёк у меня до хуйня. Хочу буду говорить о Super Mario Bros. Кроссовер подробно. Что я играл от лица копника в нее. И как бы... А потом я не на запись, то есть я на запись играл, но без вебки, без озвучки, просто тупо играл и все, геймплей. И как бы можно сказать, что я просто чей-то видос просто взял и выдал за свой, как бы. Но я стараюсь очень сильно поменьше матов реально чуть, потому что я сам понимаю, что мат, он очень сильно режет слух, как бы. Как бы просто посмотри по приколу, как кто-то матерится, еще ладно. А сам матерится, ну блин, я понимаю, что может быть у меня синдром Туретта какой-то, непроизвольно матерится, но вы видите, сейчас я не матерюсь. То есть это получается отмазка такая, мягко говоря. При родителях матерюсь, при бабушке матерюсь, это вообще плохо. Реально, чуки, вот сознаюсь, вам просто вот откровенно вам говорю, реально, все по чесноку, как бы. Ну, я не хвастаюсь этим, я наоборот этим, как бы, стыжусь этого. Да, сам стыжусь, но как бы незаметно, что я стыжусь, как бы, если бы я стыдился, то я реально бы просто вот взял бы, просто себя, ну, либо бил по губам, либо просто, ну, не знаю, там, ну, что толку-то бить по губам, как бы, слово вылетело, не поймаешь, как бы, как воробей, сами знаете, да, слово не воробей, вылетит, не поймаешь, но, уважение тоже должно быть какое-то, если я матерюсь, это вообще нифига не уважение, это наоборот как-то, ладно, еще с друзьями там, с братом там. И то же не я. Да почему я опять в эту яму попал? И то же не означает, что я буду постоянно материться, материться. Как будто, боже, блин, слов нету. Как будто маты это единственные слова, которые я знаю. Нет. Вы видите, даже. Как вам на записи, кстати, видно? Чепаха как задергалась. А, вы не увидите.
У меня она дергается туда-сюда. Я даже не знаю, показать вам, не показать. Вот так вот, если... Где она? Где Чебураха это? Где Чебураха? Ну-ка. Одна вебка. Тихо. О! Должно быть видно. Или не видно. Я не знаю, как вам правильно показать. Сейчас я, короче, за зеркалом схожу, погодите. Надеюсь, на записи это будет хорошо видно. Вот. Во! Видите? Двойная черепаха, во. FPS? Я не знаю, как это работает с играми, но вы меня видите, как бы, прекрасно все, видите, да? В вебке просадок FPS нету. Хотя и тут тоже просадки есть некоторые, но... Как бы, если я вижу в виртуальности, как это все происходит, и вы тоже это видите, соответственно, то она как бы на одном месте стоит, но... Видите, она иногда туда-сюда. Короче, это все на одном месте, все будет, но нет. Не будет это все на одном месте. А, кстати, вы же не видели, какая вебка у меня. Ну, может, видели, но, короче, как-то так. Как-то так. Да. F. Так. L. Тихо. Ну, его тоже так закрутило туда-сюда. Хотя вы не видели. Возможно. Хотя ставить даже максимум FPS, даже на супер-убер, мне кажется, может, ну, может, я не знаю, может мне это кажется, но, как бы, на самом деле, я думаю, это мое личное мнение, возможно, я могу ошибаться, но даже если на супер-мощном компьютере, самом дорогом компьютере, у которого процессор дофига, ну, вы поняли, короче, самый дорогой компьютер, вообще самый хороший компьютер, на нем можно хоть миллион, ну не миллион, конечно, ну, какое самое максимальное значение FPS выставить там? И вот, допустим, вот самое максимальное значение, просто я на своем я, возможно, это просто пример этого OBS-ки, то есть, как бы, ты же не увидишь, на самом деле, что она покажет. Возможно, у нее, я не знаю, короче, как это работает, но я видел то, что FPS слишком... Короче, FPS не показывает того, что видишь ты на самом деле. То есть, допустим, вот, как мы знаем, мигание персонажей, и ты кажется, что он его либо вообще нету, либо он не, ну, как бы мигает, мигать персонаж может. Он же мигает миллисекундами, понимаете, просто миллисекундами, вот таким вот миллисекундами он мигает. А на видео в 15 FPS и в любом, мне кажется, FPS, именно на видео, когда вот записываешь как-то там захват видео как-то делаешь с компьютера, то персонаж либо исчезает, становится невидимым, либо не исчезает, как бы. Он может очень-очень, как, еле заметно может вообще на самом деле мигать или просто пропасть, как бы. Реально не знаю, от чего это зависит. И да, такого глюка с бессмертием никак не получишь. Потому что, типа, в Super Mario Bros. Crossover там свои читы. И причем в первой части этого хаос мода. Super Mario Bros. Crossover, там были читы. И как бы в разных версиях просто как бы должен пройти на определенном уровне сложности. Знаете, это как ачивки. Как ачивки в Counter-Strike, там, в любой игре, на самом деле, есть ачивки в Counter-Strike, в Half-Life, короче, в любой игре ачивки свои собственные, но в Super Mario Bros. Crossover, когда ты проходишь какое-то конкретное достижение, то ты разблокируешь случайный чит. Вот, например, если пройти первый уровень, то можно получить чит на бесконечное время, как бы, самый легкий чит. Кроме в первой части.
свою мастерскую. Там в первой части там все просто. Там просто, как бы, по сути, тебе не дают customize weapons, то есть, типа, ты можешь. Не customize. Модерн. Просто customize, ты можешь сам отдельно выбрать, какой там этот. Вот. И по сути там. Персонажи, кстати. Да, я помню, была версия такая, где без бластер мастера. То есть, по сути. Майо, стандартный Майо, Контра, Легенда о Зельде, Кастельвания, Метроид. Все. А, Ниндзя Гайден, чуть не забыл, простите. 6. Мегамена говорил, ну-ка еще раз. Майо, Мегамен. А мы можем посчитать, что это я, что это я. У меня же тут специальные скриншоты есть для этого. То есть... По-бырому, то есть получается Самус была, Саймон, Мегамен, ну Бас в третьей версии кроссовера или во второй уже там, они объединили, они как бы это один и тот, почти считай один и тот же персонаж, у них одинаковые навыки, только отличие в том, то что база ускорения, когда вниз прыжок нажимаешь, что он ускоряется. Как бы это подкат, но у Мегамена подкат работает, как бы, что он уворачивается так от патронов, летящих в него, по прямой. А у База так не работает. То есть он находится, все равно у него башка находится на одном, на, как бы, смотрите, вот, как бы вам показать. Ну, короче, вы поняли. Пиксель, на котором летит патрон, он не уворачивается от него. Короче, он не уворачивается, вот так вот проще объяснить. Он зато ускоряется. И он стреляет очень быстрыми патронами, в отличие от Мегамена. Мегамен, у него там усиление работает. Вот. Все, контра. Так. Рю из Ниндзя Гайдена. Ну и все. И Легенда о Зельде, как бы. Ну, Майо не в счет, как бы. Реально 6 персонажей было уже. 7. Как, по-моему, я что-то путаю. Нет. Все так же было. 7 персонажей. Плюс Майо. То есть, так, сейчас почитаю. Линк. София, Рю, Билл, Мегамен, Саймон. Да, 7 персонажей. То есть, всего 8. Майо как бы не совсем в счёт. Ну там что такого было-то? У Самус там получается что? Я даже не помню, что у Самус-то было. И да, насчет читов-то самое главное это. Типа по чесноку, как бы, на самом деле приятно получать эти читы. Ну, достижения как открывать по чесноку. Но в третьей версии этого Mario Bros. Crossover там просто... Вводишь тот самый Konami код, то есть там секрет код есть опция, и этот секрет код позволяет открывать все читы сразу же. То есть надо там проходить игру там на супер мега высоком уровне сложности, там убивать там 100 гумп или что-то там еще какое задание тебе даст. Просто получаешь сразу там бессмертие от ям, там бесконечное время, бесконечные патроны и прочее. Но я сразу признаюсь, я заранее проспорил, что Super Mario Bros. Crossover возвращается. Я проспорю, на каких условиях я буду проходить. Как бы, если у меня в планах есть прохождение Mario, ну, первого Mario по чесноку, то есть там без сохранений, без бессмертия, без высоких прыжков, без всякого вот этого. На джойстике, да, сейчас это игра на клаве, а тогда на джойстике буду играть. И получается, да, на джойстике, вот. Super Mario Bros. Crossover, я, возможно, тоже буду играть, возможно, на джойстике, но это не точно. Ну, пусть на джойстике, как бы, труба кнопки, как бы. А, труба кнопок, кстати, только патроны. Ну, патроны, вот, чисто для патронов труба кнопки, да, топ. А для прыжков нежелательно бы использовать труба кнопки, потому что в роме, ну, на эмуляторе, как бы, там можно, если... там в геймджине там сделать, а геймджине короче там читы по-другому они работают и все, вот. И как бы, и как бы, ну, то есть я буду рандомные читы включать или не включать, вот. Еще там, там еще на самом деле куча разных всяких версий прохождения игры, там вообще
Возможно, даже обучение буду читать. То есть, опять-таки, фоткать при помощи телефона текст и его переводить, как бы. Вот. И все. Очень много, на самом деле, игр, очень много всяких других плюшек на моем канале, может быть. Ну, как бы, Half-Life пока что я точно буду проходить, но... В каком темпе, это уже... Ладно, тоже проспойлю насчет Half-Life, если кто-то вообще, наверное, реально. Вот те, кто любит Half-Life смотреть, как бы я заметил, то, что Half-Life нормально так просмотров набирает и лайков тоже. Но если кто-то, кто любит Half-Life, на этот видос наткнется, как бы я вам сразу скажу, типа то, что планируется после того, как я пройду полностью Half-Life 2, там потом по эпизодам тоже пойду, ну, по одному, по крайней мере, точно. Какой у меня будет в Steam, уж мне впаду скачивать в пиратский, я буду на лицензии, как бы, играть в дополнительные эпизоды. Эпизод 2. Если будет эпизод 1, я пройду сначала эпизод 1, потом эпизод 2. Если нет, то, значит, просто чисто эпизод 2 после оригинального. Но сначала-то как? Сначала, типа, пройду полностью первую часть. Ну, не первую, ну, вторая. Half-Life 2 просто. Есть Half-Life 2, эпизод 1, эпизод 2, ну, вот и так. Пройду по... Ну, не то, что по чесноку, но вы поняли. Просто пройду вторую часть Half-Life. Потом. Как бы... Сколько там эпизодов? Если, допустим, их эпизодов там 12, то я разделю на 6 частей. Как бы... Как бы, чтобы сразу не попасть мне на последний уровень, то я от 1 до 6 буду вот так вот... фигачить. То есть я могу начать круг, там вот прохождение с одним только оружием конкретным, там только лом, и я как бы сразу понял, что на самом деле я неправильно сказал. Я уже заранее себе просмотрел, можно ли вводить читы на оружие в самом начале игры, я как бы понял. Алекс Ган, чуваки, вот что такое Алекс Ган по-вашему? Я думал, что это оружие, которым пользуется Алекс, но... Оно выглядит, да, весьма большое. То есть там, блин, это реально, это очень интересно, на самом деле. От лома до Алекс Ган, а не до RPG. RPG это... Короче, я вам проспорил, и... Короче, как я буду проходить? На рандоме от первого до шест... от первого до... от первой до шестой главы, как бы, буду убирать, допустим. То есть, допустим, их там не 12 глав, а там... Ну, короче, пополам буду делить. Или середина, как бы. Вот, от 1 до 6. И вот, типа, как бы, либо с самого начала, либо с середины буду начинать. И вот, как бы, от 1 до 6, там, вот, как бы, и все. Игдашек будет дофига. Мне кажется, самое популярное видео, вот, мне кажется, когда все, я пройду, когда все игры там будут уже все пройдены, живы будут Mortal Kombat, не, Mortal Kombat, ну, насчет Mortal Kombat точно не знаю, может быть, кому-то надоест, хорош снимать этот рандомный Mortal Kombat, давай уже Half-Life там снимаю один только, и GTA-шку одну только, ключи, потому что я же планирую Mortal Kombat проходить на рандоме потом, хотя, на самом деле, он сам надоест, скорее всего, на рандоме буду проходить, фиг его знает. Как бы, возможно, первая серия рандомного Mortal Kombat будет такая вот... рандомная, как бы, во всех смыслах. И, возможно, меня будут постоянно мочить. Будет. Комп. За комп-то вообще на... Вы, наверное, видели уже, если кто первый раз на этот видос наткнулся, как бы. Я вообще не знаю, кто я такой вообще, что за Mortal Kombat я несу. Смотреть бегом Ultimate Mortal Kombat Trilogy на моем канале, там... Все подробно рассказано, все что, зачем и почему. Ну, не рассказано, просто играю, как бы. Что если вы не знаете, что такое Mortal Kombat, погуглите сначала, что это такое, а потом уже смотрите видос. Тихо, молоток. Бегом. Блин, хавать охота, но... Да пройду до конца все хаки, и вот на сегодня которые, и потом уже буду хавать, пока отсыпаются видосы и прочее, прочее, прочее.
сейчас этот хак пройду, еще подумаю, что Кирилл Термасян тут... Знаете чё? После каждого замка надо бы смотреть, тут он, не тут. Ну, как бы, потому что у меня еще лекции, как бы, на носу. Не на носу, а как, они тут уже, тут. Тут уже, вот. 6 часов, по-моему, лекция будет, да, или во сколько? Хоть как в 6. Сука, облачко, зачем ты тут? Ладно, посмотрю еще раз. 6 часов, по-моему. 6 часов. Да, в 6 часов. Так, а что там Саня? Что там Саня? Надо посмотреть тоже, что там Саня. Может, он тут? Может, не тут? Угу. Был 3 часа назад. Понятно. Блин, куда же... Дебил. Вот опять ловушка для фраера. Тихо. Ай. Будет эпично, если там под... Всё, беги. Да бегом, блядь! Не удержался, чуваки, извините. Просто у меня это... Лазерная херня меня достала уже, сука. Так, спокойно, спокойно. Всё же игра. Чё нервничать? Не надо нервничать, спокойно. Всё же игра, да? Нет! Она специально меня выбешивает! Тихо. Сюда, где? Слышь! Сюда, где? Так вот. Бегом, бля! Бегом! Ах ты, сука, ждала меня. А вот интересно, что путаюсь я... Тихо. Прям перед финишем. Он меня убьет? Видимо, нет. Что?
А тут надо выбирать конкретную трубу или нет? Просто это, я ж не знаю. Пидорасина, блядь! Вот тролли ебаны, блядь! Я застрял, сука, ебаны! Вот какой мудак поставил туда, сука, луч, блядь! Какой пидрило это сделал, блядь! Нахуя? Вот зачем, блин? По-другому, я тут без матов никак. Понятно, что... Ой, игра, не играю в эту игру, дебильную. Я что сделаю, блин, если я хочу пройти все хаки... На этого долбного Марио. Бегом мне! А все, я в тупике, походу. Тихо. Фух. Повезло, то если бы я не смог пройти из-за этой сраного луча, то я бы сказал, да нафиг этот хак! Из-за этого единственного... безвыходного момента... просто засосать ее. Ты спас меня от Баузера, бандитов, давай заново, съебись в Грецию. Что это нахрен, а? Может, что нахрен? Попробуй еще раз, ага, ага. Не хочешь отсосать мой леденец, а? Собака сутулая, реально. Не, ну в принципе, хак нормальный. Так, не сказал бы, что прям шедевральный, такой, ни рыба, ни мясо, по-нашему, если говоря. Майо гир, машрам итер, поедайте, ах ты ж сука, я боюсь, что я тут сдох, вот смотрите, вот демка, что она сделает? Она же не убила Майо! Интересное кино! Бессмертие. Ну, кстати, Майо тут высоко не прыгает в оригинале, но... посмотрим, что будет на самом деле. Он медленно будет отпрыгивать. Он не приседает, ничего не делает. Это все? Good job, Snake. Mission complete. But you do no much. Push button B to retro a title. Посмотрим, что это все. Это как... А, это пародия на Metal Gear. Я понял, что прикол. Но в целом это... такое себе, на самом деле. Типа в реальности Снейк бы не мог высоко прыгать, да? Значит, считаю, что ты... Не, кто-то скажет, это недооцененный хак, из-за этого его удаляешь. Пошли нафиг! Не буду и все оставлять его у себя. О, Майо, хад дай. Типа он... Это предсмертная агония или как это переводится? Ну-ка. Я переведу это. Ctrl-C. Сейчас переведем, как это переводится.
Фу, сколько тут языков скажет кое-кто, да? Но как бы я просто хотел перевести это на мое умер. Мое умер. А, блин, там же Луиджи, блин. А почему гавайский? Почему гавайский? Почему не сомалийский? Раньше как-то работал, то есть, типа, я мог по две буквы, то есть, как бы, пишу слово, да, любое слово, и делю его по слогам, ну, не то, что по слогам, просто по две буквы, и в итоге нифига не получается, на самом деле, ладно, пошли дальше. Майо умер, я должен был догадаться, как бы, потому что, типа, Луиджи тут. Да, и вместо пузырьков у нас тут сердечки. А, ну поэтому он не может увеличиться. Он остается мелким все равно по скрипту. Ну, когда, кстати, он, типа, увеличивается, то он искажается как-то. А я тут, походу, не смогу поплыть, да? Но срочно уменьшится было. Но есть только один вариант, это дохнуть. Один и пять! Хотя можно не удивляться, в некоторых хаках такое бывает. Да блин! О, но у меня пизда. Тихо, тихо, тихо. Я спас принцессу. Бай! Упс, джуниор. Нет, Джапан джуниор. Ну-ка. Убирать уровни можно? О, да, один, допустим.
Он только задом стреляет, ебаный рот, понятно. Короче, понятно. Ну, хак, в принципе, весьма интересный, но ладно, оставлю. Так быть, оставлю его себе. Не. Ну и Марио во льдах. Надо было наоборот, вот так вот сделать. А, не, смотрите, это другой хак. Думал, это хак, где просто он... На самом деле, зачем мне тогда его оставлять было, если как бы... Да, и спрайт Марио из третьей части, допустим. Ладно, так, что там, контроллер, тулс, так, движение. За каждого убитого врага дают по жизни. А на пуле можно стоять и лететь? Ну, почти. Их нельзя убить. Стоп, я себя уже не вижу. А как туда-то попасть? Это только один способ. Нет. Смотрите, сверху туда попасть нельзя. Соответственно. Насрать на это. Как туда попадешь? Никак. А, кстати, я не проверил, он скользит или не скользит, по-моему, нет. Может, скользит. Может, чуть-чуть подсказываться, может быть. Я точно не могу сказать. Смотрите, тут нету этого бессмертия. То есть это... Никаких патронов, ничего нету. Только бессмертие чисто мне попадается. Это все? А, не садочка. Thank you.
Да, должна быть подводка, но... Майо, как бы... по льду. Я, кстати, не смог убить синюю черепаху, ну и ладно. Пущай живет. Как это работает вообще? До этого пули не мог убивать, а сейчас... Как это работает? Это была подводка, блин, просто... в жопу. Не наступаем. Тебя наоборот насквозь поставят. Ты пружины коварные. Я же не могу стрелять же, чуваки, это вот сейчас. Ты изи пизи, вообще какая-то скучная херня на самом деле. Сейчас хочу удалить ее. Хрень, смотри, куда-то что-то разнообразие какое-то. Мои клоны? Получается, если это мои клоны, я должен... Должен кидаться молотками. Ну, нех, нет. Не дают. Ну, дают только бы смерти максимум, и все. Ни гриба, ни цветов. Печалька. Хорошо, что там, кстати, во всех хаках на мое заграждение стоит, а то иначе меня бы черепаха прибила бы. Нифига себе! Зашел в маленький замок и получился большой. Что за бред? Блин, что-то я не посмотрел, Тормасян, тут нет, тут что-то забыл понятно. Сюда. Нет, ладно, пофиг. Да пройду хак. Все, буду хавать и там потом обнимемся, может. На самом деле, когда у меня лекции, лучше меня не беспокоить, на самом деле, потому что, типа, камон. Чё такое? Эй, чё такое, погоди? Платформа? А, типа он показывает, что там платформа. Амарио. Ин айс.
постарались написать, да, молодцы. Ай, жопа! Это скучные хаки на самом деле. Спрашиваю, зачем их прошу? Ну я же их избрал специально, самые избранные хаки, которые там можно было найти. Больше таких хаков не будет. То есть, как бы имею в виду. Бывает, что возможно больше хаки не будут записывать. Может каким-то здесь. Если найдутся каким-то там самым интересным, может быть буду брали, так? Самый короткий замок, точнее. Чё за... Тебе, сколько тише, а? Никакого разнообразия, блин. Никакого праздника! Чё за хитрый ебаный троллинг? А, сейчас буду стрелять! Я начну стрелять! Да сука, отпусти меня! Ах ты сука! Что за херня? Это шо за пиздец? Саян за ночные кошмары. Я нечаянно. Вопрос тире один. Вы чего поняли? На этом пока что все. Все же, да? Точно все. Точно все. А, ну да. Пока.